Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Главные качества личности – динамичность, справедливость, любовь и участие к миру вокруг. Этих людей отличает богатое воображение и широта взглядов, способность понять и принять окружающих со всеми их недостатками. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. У этих людей удивительная интуиция. Их часто посещает пророческие сны и видения о том, что должно произойти. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Они любят делать других людей счастливыми. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди ценятся окружающими за их великодушие, благородство и щедрость. Они постоянно живут делами других и часто по отношению к своим знакомым и друзьям играют роль человека, которому можно поплакаться в жилетку. Такая забота о ближних нередко вредно отражается на их обязанностях перед собственной семьей. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.